Жили-были три школьных автобуса. Они очень не любили медленно ездить, потому что ребятам в школу опаздывать нельзя. Курс на школу! И вот однажды поспорили они, кто же из них быстрее ездит. Я быстрее! Эй, да нет же, я конечно! Так на словах мы друг друга не переспорим. Нужно устроить состязание. Вперед! И вот выстроились они в один ряд, готовые к старту. Кто же из них будет первым? Ну, поехали! Первым от всех оторвался самый большой автобус. Ух! Водителем там был песик. За песиком тетушка-коза, а за козой кукутики. А это ребята ждут школьный автобус. Ух ты, песик проехал и не остановился. Тетушка-коза остановилась. Не пожалела своего времени. Кто-то подумал, что она потеряла время, но нет, она сделала добрый поступок. Смотрите, кукутики обгоняют песика и вырываются вперед. А козочка у нас идет последней. Ну что это, посмотрите. Автобус с кукутиками застрял на размытом участке дороги. Песик проехал мимо и не помог. Тетушка-коза, конечно, остановилась и вытолкнула кукутиков из песка. О, спасибо тебе, тетушка-коза. Да не за что. Поехали! Ага, посмотрите, теперь и песик застрял на следующем опасном участке дороги. Ух ты, ничего себе, но мы тебя не оставим в беде, мы тебе поможем, давай трос. Эх, поехали. Ох, сил не хватает. Эй, ребята, цепляйтесь за меня, вместе мы вытянем собачку. У меня очень мощный мотор. О, ребят, а вот и школа. Мы приехали, ребята. Ну что, ребята, видите, как все выстроилось? По правде. Победила тетушка-коза. Она ведь столько добрых дел сделала и всем помогла. На втором месте у нас кукутики. Они тоже помогали, хоть и силёнок у них немножко не хватило. А вот тот, кто всех обгонял и никому не помогал, и был первым, стал последним. Но ничего, он исправится. Ну вот, ребята, старайтесь всем помогать и всегда будете первыми. А тебе понравилось? Нажимай на экран и смотри дальше.